Тема 671. Изделия из мешковины. Когда я увидела, что на ЕЦ купили бантик из мешковины за $9, я поняла, что мода – это страшная сила. Она заставляет одних людей покупать вещи, на которые раньше они даже не посмотрели бы. И позволяет другим людям, предприимчивым, уверенно и смело предлагать обществу то, за что раньше им рассмеялись бы в лицо. Например, декоративный венок из мешковины или клатч. Ну, ладно, там мелкие вещицы, которые поносишь, да выбросишь. Но люди погрузились в свою моду настолько, что стали вешать мешковину на окна, в виде штор. И стали накрывать мешковиной свои обеденные столы. И покупать вещи из мешковины задорого, пусик продается. По цене $175, и он весьма популярен. Предприниматели настолько осмелели, что из мешковины стали делать даже принты и свадебные аксессуары. И их не просто покупают, их сметают с электронных прилавков. На ура, можете покопаться в магазине одной из самых успешных рукодельниц, которая за 6 лет продала более 20 тысяч единиц своего необычного товара, ece.com/shop/radherusev-ledda-isi-chirapparentesis-punta. В общем, богатый западный мир, присытившись богатством и роскошью, решил погрузиться в мир неокрашенных и пахнущих природой тканей. Возможно, и к нам эта мода придет, как многое с Запада. Кроме того, вы уже сейчас можете придумать какой-нибудь необычный оригинальный товар из мешковины. Предложить его Западу. Во всяком случае, риск минимальный. Мешковина у нас стоит в среднем 100 рублей за погонный метр. На необычный пусик пойдет не более 5 метров, 500 рублей. Свою прибыль подсчитайте сами.